Сегодня вместо того, чтобы тушить пожар, сотрудники МЧС, вооружившись лопатами, вынуждены были откапывать пожарный гидрант. А сделать это бывает не так-то и просто. Зачастую все заваленные пожарные гидранты находятся на территории частных жилых секторов. И для того, чтобы их откопать от снега, у спасателей уходит от 5 до 15 минут. По словам огнеборцев, если бы за пожарными гидрантами следили и содержали их в нормальном состоянии, то время можно было потратить на тушение пожаров. По словам сотрудников МЧС, в Казани более 350 пожарных гидрантов находятся под снегом. Нередко возникают ситуации, когда для того, чтобы начать тушение, им приходится тратить драгоценное время. Последний случай произошел в конце прошлого месяца в поселке Привольный. Тогда спасатели потратили на поиски пожарного гидранта более 10 минут. Непосредственно в городе Казани отвечает основное количество пожарных гидрантов, обслуживается муниципальным унитарным предприятием «Казань-Водоканал». Соответственно, обязанность по очистке гидрантов лежит на руководителя объекта. Как справляются они со своей работой? На сегодняшний день по городу Казани выявлено более 350 неочищенных таких водоисточников, которые мы выявляем при выездах, при контрольных проверках. На балансе Казанского водоканала находится более 4000 пожарных гидрантов. По словам представителя предприятия, все работы по их ремонту и замене проводятся в плановом режиме. График составлен и на уборку гидрантов в зимний период. Пожарные гидранты очищаются также поэтапно. Да, 4000 одновременно выйти все почистить мы не можем. Мы их расчищаем, снег снова попадает, вновь возвращаемся к этим пожарным гидрантам, производим расчистку. Так на протяжении всего зимнего периода. По словам представителей водоканала, там даже готовы принять от сотрудников МЧС предписание с требованием прочистить проходы к пожарным гидрантам в ближайшее время. Андрей Трофимов, Дмитрий Аверкеев, Андрей Ключников, телеканал «Эфир».